Руководитель региона несколько часов объезжал потопленные районы. По его указанию были увеличены отряды полиции, спасатели, количество единиц техники и эвакуаторов. Больше всего пострадали домовладения на улице Гастелло, поселок Мирный, Кудепста и Дагомыс. Удар стихии был такой силы, что за считанные часы вода поднялась до отметок 1,5–2 метра, рассказали Вениамину Кондратьеву местные жители. По предварительным данным, в зоне паводка оказались 570 домов сочинцев. Глава Кубани заверил обеспокоенных подтопленцев, что все необходимые выплаты будут произведены в течение 3 дней, а комиссии по оценке ущерба будут работать с каждой семьей в индивидуальном порядке. Если прописан просто пострадали, даже если не пострадало имущество, 10 тысяч рублей единовременная выплата всем, кто пострадал. 50 тысяч рублей, если частичное повреждение имущества, и 100 тысяч рублей, если вы доказываете, что максимально пострадало все, что в комнате. То есть 100 тысяч рублей. На комиссии по чрезвычайным ситуациям Вениамину Кондратьеву доложили, избежать и спрогнозировать такой разгул стихии было невозможно. К такому выводу пришли и метеорологи, и специалисты МЧС. Однако датчики на реках сработали вовремя. Система оповещения населения была запущена оперативно, а спасатели прибыли в зоны подтопления уже в первый час. Выпало 150 миллиметров осадков, что является более чем трехмесячной нормой за 3-4 часа. Основной поток сошедшей воды с гор пришелся на Адлеровский район города Сочи и населенный пункт Кудепса Хостинского района, поселок Дагомыс. Работы по ликвидации ЧС продолжались всю ночь. С 8 утра сегодня начались подворовые обходы оценочных комиссий. Паводок подтопил и электроподстанции, которые были обесточены, вследствие чего жители в зоне бедствия остались без света и воды. В нескольких районах произошли локальные прорывы газопровода. На заседании КЧС руководитель региона особо подчеркнул, все коммуникации должны быть введены в строй сегодня, 26 июня. У нас одни сутки на то, чтобы максимально запустили все объекты жизнеобеспечения, которые сегодня не работают. Я уверен, что это мы сделаем, потому что мы должны просто людей вернуть к обычному ритму жизни. Все желающие провели сегодняшнюю ночь в 5 эвакопунктах. Они открылись во всех пострадавших районах. В них обратились около 300 человек, в основном это семьи с детьми. Руководитель региона посетил один из таких пунктов размещения подтопленцев и лично убедился, что людям предоставлены комфортные условия пребывания. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.